Встречайте, Бринли Лир, адвокат, юрист-консульт и социолог. Она изучала социологию в колледже Миллс, Окленд, США, и получила степень доктора права в Калифорнийском университете в Беркли. Бринли работала адвокатом и юрист-консультом в компаниях инвестиционной и финансовой сферы. Среди них интернет-портал eBay и сервис оплаты PayPal. Сейчас Лир работает в юридической компании Lear Law и является генеральным консультантом Ripple – криптовалютной платформы платежных систем.